знаю, может, назад, не знаю во сколько. Видно. И меня видно, и тебя. Вот так будет лучше видно. Нам до деревни где-то 500 метров идти. Понял? Понял. Всего лишь даже километров. Ну да. До Ряхова. Я думаю, проехали. Потом через лес. Вот через лес, да, уже там километр точно проведем. Там где-то... Сашка говорил, сколько? 4, брат? 4 километра. Да. Это там и стоит. Нет, смотри. Да? А там сон. Мы уже в Рях. Практически. Ну, в случае, мы можем догнать. Подожди. Они идут дальше. Как бы все-таки дождя не было. А там солнышко так до сих пор. Смотри, ну да. Там клад. Погода. Ничего, не видишь, не зря куртки с кофтой взяли. Да? Да. Пошло. Что с ней, с формой не так? Ну, с формой все так, но именно посмотри. Видишь, она удлиненная и башенка. А у нее колокольню, по-моему, это сломали давным-давно. Я не помню. Не важно, я помню. Ну, короче, форму, ну, заметь, что я тебе показывал кое-что, и что вот это. А строили ее одни и те же. Что там церковь строили в лесу, что вот ее. Да уж. Так что вот так вот. Вот такие пироги, да? Вот теперь видно. Что скажешь? Ну, не знаю. А почему? Потому что мы идем в... Веретьево это да. Называется. И все? Уже вот эту. Улицу. Которая вот. Вот стоит. Ну да. Что, мне... что она тебе напоминает? Да, церковь, которую я построил в Майнкрафте. Логично, вот так вот. Логично. Да. А почему? Не знаю. Я не знаю, как это вспомнить, я тоже вообще не знаю. Потом, да, на воде. А мы не заправили. Ну, да? Конечно, мы правильным путем идем. Я-то же знаю, куда идти-то. Только вот что-то я не припомню. Когда мы на велосипеде ездили, чтобы вот так все разбомблено здесь было. Кто-то туда проезжал. Смотри, вода текла. Ну смотри, здесь явно видно, вода текла. Да, видно. Прям видно, вода текла. Угу. Это, наверное, вот после снега, после всего. Конечно. Это просто. Как
Нет, я имею в виду после снега, который на 9 мая был. Так и вот я и об этом и говорю. Потому что... Вау, тут трава не снова. Так я тебе про что говорю? Как бы замучить, чувак. Я иду по ней, прикольно. Ну вон, смотри, след чей-то, кто-то ехал туда сегодня. Ну да, свежие следы. Да нет, это все скорее мотоцикл какой-то. Да. Вот в некоторых сказках бывают вот договоры разные, которые там одно из двух. Либо надо, ну, если все знают его имя, то надо либо Ну да, а ты тут сказки рассказываешь. И вот туда. Нам туда, да? Да. И еще много-много-много пройти, да? Ну еще километра 30 точно. Фотографии гражданской породы. Через ресурс. Да. Ну что, пошли. А мне? Ты будешь позвать? Нет. Ручей здесь тёп. Ну это вот когда дожди были, 9 мая. Смотри, отпустите, что. Вверх, вниз. Вон отсюда. Вижу. Давай здесь. А то там это еще есть поля. За мной не ходи. Или пошли здесь. Ну, вон там можно обойти. А там дольше получится, нет? Да полно. Здесь просто лужу я поснимать хотел. Ну, пошли здесь. Я тебе люблю. Хватит. Просто мне не так легче. Нормально. О, лягуха. О, вон. Вон сидит. О, да. Ее даже видно на камеру. Прикольно. Наверное, выламываю из комаров. Это хорошо. Жалко, что нет ничего. Комары, которые мои ходят, бегают по водичке. Так, у которых на лапу жирок. Там... Деревья попадали все. Прикольно. Папа, да. Здесь по лужам прыгают такие насекомые, которые не тонут, но они при этом стоят лапами. Сказать почему? Как они стоят лапами? Как? Так, потому что у них это... Я скажу. Секунду. А, все. У них просто это... На лапках снег. Жирок. Понятно? Понятно. Поэтому такое получается. Они не тонут в воде. Прикольно. Грязище. Больше, чем в тот раз, когда мы на велосипедах ездили. Пройдешь ли здесь-то? Да тут мелко.
Тут видишь, почему? Можно и в кроссовках было бы. Но слишком грязно. По самой тропинке. Примерно половина. Ну да, большой. Но муравьев очень мало, заметь, уходит. Да посмотри, сколько их там лазит, приглядись. Вижу. Больше тысячи наверняка. Вот наверняка их там больше тысячи. Пошли. Видишь, здесь как? Опа. Лужа-то где обойти можно. Через кусты. Но это еще не совсем болото. Ну да. О. Типа мини-речки. Там воздух идет, воздух. А это мы с тобой по бревнам идем. Стой. Обходи, да. Там пройдешь, не боись. А, тут бревнышки. Конечно. Кукушка-то. Давай, я по бревнышкам иди. Иди, иди, иди. Не боись, иди аккуратно, не боись. Не бойся. Так, куда дальше? Ну дальше, вон дальше туда, где... Нет. Вон, там же у тебя что? Там же трава. Ногой наступай, не бойся, проверяй, что ты. Да, понятно. Ну, у тебя по сапогам, по твоим, нормально все. Иди, иди, не бойся. Угу. Все, иди. Она тут все дорогу вот такая, мягкая земля-то. Ура, хорошо. Ну, тут мелко. Ну, а тут... Тут либо... Ну, понятно, вода от холма. Тут либо по бревну иди, либо нет, вон там. Я пошел по бревну, пап. Оно широкое, мягкое. Так, аккуратно. Вот, вот, бочком. Пап, бочком, аккуратно. Иди, не бойся, нормально все. Так, вот, до этого. Конечно, вот, но... Вот, это вещь вообще шикарная. Я уже думал, все, сейчас, конечно, будет мои шоки. Отлично. Просто надо было проскинуть ногами, где пройти, да? Ну, тут мне... Так, а вот тут придет подумать. Как... Ну, подумай, подумай. Так, чувак там состоять? Там... Конечно. Подумай, подумай. Нет. Я скажу, на сапогов не хватит, да? А там мне всего хватит, да? Иди, иди, хватит тебе всего. Аккуратно наступай. Ну ты долго думаешь. Вот, видишь? Я и задумаю. Ура! Ага, класса препятствий. Ну да, дальше пока вот такая нормальная дорога пойдет. Пошли в обход. А что тут? Фига! Нарубили. Ну вот, значит, сюда и колея кто-то ездил, видишь? Что там деревья лежат, это от них, наверное, в начале деревни. Вот так вот лес-то и разворовывают. Иду. А теперь с вами не это, только теперь без велосипеда. Бегу. Да, вижу, но это уже...
Не, кабаны, кабаны. Это кабаны, кабаны. Кабаны, говорю. Следы довольно-таки маленькие. Ну, значит, лось. Значит, лось. Значит, олень. Получается. А что ближе-то? Ну вот, что летает. Комары, что ли, ты, Миша? Да. Да пофигу, пошли. Если это классическое количество, надо бы сбили сразу 50 стай. Это вот уже не назовешь классикой. Ты где такого понабрал? Вот всех таких разговоров. На Ютубе. Собираю способы полегче. Все правильно. Иди там. Запарился? Ну, сними кофту, если жарко. Вон, смотри, какая птица здоровая там полетела. Вон, корень от него. И вот его распилили, чтобы по дороге можно было проехать. Вот. И вот эта часть, да? Ну да, вот ты на нем и сидишь. Но это если была часть, которую я не вижу, а вот была планка. Да. Чтобы дорогу расчистить. О, солнышко снова выходит. Ну что, двинем потихонечку дальше или еще чуть-чуть посидим? Давай. Чего ты там увидел? Комары, которые здесь волки через себя. Угу. А они пытаются тебя найти. И выпустили, да? Угу. Без понятия, но запись идет. Да. Вот. Красота тут, да? Угу. Тебе нравится? Ага. Ну, солнце такая. Ну все, получше, чем дом сидит, да? Или как? Да, в принципе, и это нормально. А что это я нормально? Смотри, он постарается. Давай попробуем. Поднять. Ну да, получилось. Немного. Не хватает веса у меня. А есть плюс мой? Вдвоем мы его поднимем. Так что вот так. Ну, выключай. А вот здесь нам опять две дороги, нам налево. Туда я не знаю, куда дорога ведет. Так что туда, вот туда ходить не надо. Надо сюда идти. Слышь? Ну, обратно, может, быстрее даже получится. Ты ж все-таки уже отдохнешь. Ну вот. Начинается самое интересное. Пошли через болото. Оп, аккуратно вот здесь. Вот так, видишь, как я иду. И вот сюда, оп. Обойди вон там. Ну, видишь, как-то. Ну, правильно сделал. Ну что, узнаешь вон те, где мы с велосипедами тогда шли? Смотри, сколько следов. А ты видишь? Что, знаешь, кабанов прошло? Не знаю, это, наверное, все-таки олень. Так, вот здесь аккуратнее иди. А я просто, пап, да? Я обману тебя. Смотри, как я. Пап, ты иди там, лети, а я пройду, вот, тихо, тихо, спокойно. Молодец, молодец. Да почему не подумал? Подумал я об этом. Так. На, держи одной рукой.
потому что я вот так пойду. Ну, в общем, смотри сейчас. Сначала жди, я пройду. Ага, выдерживаю только одного, да? Нет, просто. Жди, я пройду. Потом... Можно? Видишь, глубина какая есть, что? Вот тут бревно. Иди, не боись. Я потихонечку, маленько, страшно, немного страшно. Не боись. Не боюсь. Молодец. Точнее, боюсь, но это не так сильно. Вон бревно, видишь, в воде? На него ногу ставь. А следующую ставь на маленькое. Тихо, тихо. Да, и ставь еще на маленькое. Ну, да. Да нормально все. Иди, все, вставай вот на эти большие бревна. Ну что... Здесь то же самое. Оп. Ты давай. Так не говори, а то я все-таки записываю. Да ты куда ты? Ну стой спокойно. Вон туда встань сначала. Я ж туда ставил, ну. Иди так же, не бойся. Ну да. А тебе по этим бревнам? Ну можно назад вон там пройти. Ё-моё, ты куда-то хотел? Мы назад, от Торфяная, мы назад вон там выходили тогда с велосипедами. Вон, видишь? Есть. То есть можно там пройти, можно здесь. Понятно. Да. То? Да. Здесь то же самое. По веткам прошел. Да тут и нет никакой проблем, а тут легко идти. А назад можно вон там пойти, если ты пройдешь. Вот, пошли по тем мостам. Ладно, вот ты почему идешь под грязи? Это я прошел тут около елочки. Да у меня сапоги больше, вот я иду. Ну, потому что я просто умничаю. Мне приходится, мне кажется, рамазаны растянуть. Не то, что вот реально вот ты сам... Тихо. Видел, где я иду? Булькает. Ну, вон мои следы, видно. Ну, сейчас. Так, вот так след видел. Ну, вон туда иди, там не страшно. Да не боись ты, иди, иди. Не встань в другое место, иди. Ноги-то пошире ставь. Вон, видишь, веточка, вон мой след. Вон след перед тобой мой. Ну. Не боюсь. Ой, утонул. Опа. Ой, кажется, резиновый пачкать. Ну, а чё? Резиновые брали для того, чтобы пачкать. Я не достал. Держись за это-то. Я просто не достал. Да нормально тут все. Вот здесь пошли. Видишь? Так, за твоей. Оп, стой. Могу? Конечно, иди. Ага. Да. Обхитрил? Да, я не нашибала один раз, брат. Прошел. Вот здесь теперь жди, когда я. Давай сейчас придем. Да. Ладно. Ее сейчас уже видно будет. Ну, в конце вон той дороги. В конце этой дороги. Ну да. Как запомни, если. Пришли. Скоро будет, не переживай. Ну и правильно. Я прав? Да. Вон там она будет сейчас.
Ну что, видишь? За деревьями. Видишь ли? Опа! Опа! Наконец-то мы дошли! Такой долгий путь, 4 километра, и мы дошли! Смотри, все цветет уже. Это было долго. Очень долго. Я отошел прямо. Я сниму. Сколько бы полежу в травке. Пойди, пойди. Памятники сюда, что ли, приносить стали? Наконец-то, да? О, надо было бы мне в Майнкрафте такую построить. А я чуть не подумал. И построил. Залезать можно? Да залезать можно, но там все равно трясется все. Четко, да? Да. Я послушаю. Хотя нет, по-моему, все то же самое. Не, подперли. Когда ты показывал мне старое видео. Вот мне кажется, вот этих брев не было. Не было. Я когда показывал старое видео, тут этого еще не было. Вот этих не было. Тут две основные опоры. Три основных опоры. Устал? Пойду в окно залезу. Зачем в окно-то? Пошли в землянку, рюкзаки бросим. Заколотили. И кого это вот кого это должно? Там. Опа. Кого это должно остановить? Храм. Вот. Это видишь, я тебе говорю, здесь в колокольню дверь маленькая, видишь какая? Это дверь? Ну да, ты вспомни на всех колокольни, да? И здесь, видишь, колокольня нестандартная, она ровная. Да. Вообще-то довольно-таки дверь большая. Дверь довольно-таки большая. Ну что, ты в землянку или сюда сразу решил? Да. Вот как здесь прохладненько, да? Пошли сначала землянку положим. Мои рюкзаки. Надеюсь, там не будет много. И вон какой-то вход задел. Шикарно. Вот про что я говорил. Здесь вход-то. Я почти до него дотрагиваюсь. А в тех церквях везде большой. Иду. Ну, ай. Конечно, ты впервые пришел. Это я тут второй раз. А ты первый. Чего? Я тебе говорю, тут их много. Он с той стороны вход. Как заперто? Нет, открыто здесь всегда.
Ладно, я рюкзак сюда сам. Ну вот, как ты говорил, нож. И без ножа хорошо получилось. Ну что, давай. Ну что, пошли теперь туда? Да. Подожди, ну ты опять, ну сколько раз говорил, закрывай все сначала. Да. Только через колокольню. Да, да, это... Надо спать, как... Тихо. Смотри, кусты цветут. Красота. Красиво тоже, кстати. Не торопись. Тихо, тихо. Да это можешь. Да. Да. Сейчас. Ну как? Да это эти повесили. Эти, говорю, повесили. Кто здесь? Тихо, тихо, тихо. Сейчас посмотрю. Тихо, тихо. Чего? Ну, это все повешено этими. Кто тут что-то пытается установить? Вон тут граффити современные. Да, надо было фонарь с собой брать. Ну, понятно, что ты полезешь на второй этаж. Да это алтарь. Они тут... Подожди. Ты без меня туда не ходи. Деньги тебе не надо. Слушай. Денежь 100 рублей, 200. Не хочешь денег халявных? А давай заберем. Да ладно уж, не беспредельник. Ладно, пошли. Сейчас, сейчас. А это что было? Это все было. Это вот они недавно все повесили. Но это они наставили. Я не делаю. Подсвечники, все дела. Вон, смотри. Наверху, видишь, сзади треугольник. Поднимись. Тихо, тихо. Опа. Так все время реагируешь. Конечно, ты все это но... Ты беспредельщик. Где? Да это они повесили себе эти. С
Свечки они тут ставят, чтобы у них освещение было. Не трогай ничего. Да, да, да. Я его вынес и все обрушит. Понятно. Да подожди ты. Чего ты? Покультурнее разговаривай, все-таки запись пишут. Вот тоже, да? Заходил сюда. А помнишь? Вон и тряпки сырые в этот раз. Слушай, холодно здесь, футболочки-то. Вот, смотри. Смотри окно. Заделано. Ну вот что? Нет, я имею в виду, ты посмотри окна с полом практически рядом. Я к тому, что здесь... Мы в алтаре, да? Да, мы в алтаре. Вот этого не было ничего. Ну что, пошли на второй этаж? Наконец. Ну, очень. Ну, в общем, короче, смотри, видишь тут сколько земли набросано? Да. Ну, не могут же быть окна от пола. Логично, да, что оно пониже, наверное, должен пол-то быть. Пошли. Ну, пошли, пошли. Стоп. На второй этаж, говоришь? Залезешь ли? Залезу, а слезть легко? Ага, слезть даже легче, чем залезть, да? Ну что тогда, я полезу первый? Или ты? Давай, я попробую. Лезь, лезь, там вылезешь когда? Ногу, чувствую, ногу ставь сразу в это, в как ее? Влево. Нет, нет, ты... Лезь, не бойся, забрасывай ногу. Ногу забрасывай, одну ставь и руку сразу вверх на другую. И лезь, руку перекидывай. Оп, вот. Страшно. Ну понятно, что страшно. Мне тоже, туда было страшно лезть. Главное, не полезь. Давай, лезь. Да она не упадет. Она просто шатается. Не бойся. Лезь, не бойся. Я почему тебе и хотел первым-то показать, как лезть. Ха-ха. Не боись. Тихо, тихо. Давай, давай. Почти залез. Лезь. Вот я тебе почему и говорил. Ты на крышу-то как полезешь? Ты потом не слезешь оттуда, с крыши-то. Ну, и стой, жди меня там. Да нет. А есть проблемы? Нет, туда не надо спускаться. Там все равно ничего нет. Вот они эти, как зомби-то. Видишь? Страшное, страшное. Но это ты уж не говори так-то. Никто все равно не знает, что тут на самом деле было-то. Опа. А это вот где алтарь, Серег? Вот я на фоне этого фотографировался тогда. Видишь, как мхом все поросло. Да. Так, ну, вот из-за пожара видно только на этом. Эхо, да никто на этом вообще не видит, что тут был пожар. Вот на этом. Так а вот я тебе говорю, смотри, видишь тут? Вода. Вот это видишь, что
Вот и я не знаю, зачем, Ань. Для чего-то были. Ну да. Ну да. Не топай. А то сейчас ушуршим до ядра. Спускаемся. Слезть сложнее. Ну ты аккуратненько. Нет, ты это. Я вот. Где? Вот. Да это все расписано. Это же посмотри, года-то тут такие написаны. Тут кого только не было за столько времени-то. Да, что-то мало, кто побывал. Не, ну он же не сразу начал это не работать. Потихоньку. Видел, как я слез? Так же, слезай потихоньку. Не боись. И тихонько, на носочки. Эй, все джинсы, Сереж, я же не джинсами, ну. Вот поэтому я тебе предлагал переодеть штаны. Ну все, что тут? Ха. Полезли наверх. Не, нормально в этот раз они сделали. Ну вот на этом месте я тогда камеру тоже и выключу. Красота. Оп. Сейчас спускаюсь скоро. Я у колокольни стою. Я уже иду. Ты-то где? Стоп. Оба. Ну вот, дубль два, да? Буду сейчас опять спускаться. Ты там как внизу? Ну, и я тут нормально. Да. Давай. Давай фотик. Держи. Телефончик давай. Снимай. Он снимает. Ну что? Пошли. Иду. Тут он тоже яма, аккуратно. Мне кажется, это как полимодел. Ну.
там в алтаре оно упало. Смотри, сколько засыпано. Вот, видишь, что тоже одно, то ли разбито, то ли оно достойно. Да. Да. Давай. Вон, видишь? А там оно прямо упало с той стороны, так ведь? Вот на этой только крыши никто не был. А вот, Серег, кладбище. Здесь тоже аккуратнее. О, пойдем посмотрим, что тут за плита лежит. А, это не плита. Какой-то камень. Что-то оно сильно ровненько. Ну, может, он с могилы какой. Здесь тоже что-то копали, значит. Ну что, вот, Сереж, оно. Не надо, не шатай. Они и так все сломанные. Видишь, на них кресты железные сбиты. А куда делся железный крест-то? Не-не-не. Он тут лежал. О, уже на земле валяется. Вот этот памятник какой-то лежал. И на нем лежал этот железный крест. Вот это его часть? Наверное. Вон все. Да. Пошли домой. Пошли потихоньку. Отсюда фотографироваться будем? Давай. Разочек. Отъезжает, сдох не та камера. Ну что, домой? Ага. Ну, пошли домой. Да. Ты где там у меня? Скажешь что-нибудь еще? Я не знаю, что еще сказать. Почему? Здорово. Тебе понравилось здесь? Ага. Точно? Точно! И мне понравилось. Да не так долго, они как будто там было не два этажа, а три. Заметил. То есть, как будто третий этаж просто рухнул. И получилось, что и два. Да нет, мне кажется, там просто большие были потолки. Понятно. Ну все. Все. Пошли домой. Да. Этим долгим и очень... Этим долгим 4 километра обратно приключение. Ага, пап, на следующий день. Прикол? Какой? На следующий день проснулся. Нет, приготовился. Говори, говори.
О чем задумался? Там все стройный будет. А? Ну весь стройный будет. Будешь, будешь, по-любому. Там столько проходил. Ну все. Все. Пошли домой. Ура, опять болото переходить. Очень смешно. И это прикольная, красивая дорога. Да? Да. Смотрите. Вот мы и отходим. Уходим, а не отходим. От церкви. Ну а что? Зато весело было. Да. Тебе понравилось? Ага. Ну и отлично. Где ты там? Да тут я, тут. Ну? Это был один из самых лучших дней моей жизни. Вот так вот. Ну, а теперь сам сюда, сюда. Подпиши, подпиши. А мне вот эта дорога нравится. Да, мне кажется, вот я вроде лес, когда... На, меняй, меняй, что я иду. Ну просто идем, имеется в виду, иди да снимай. Прикольно, да? Ага. Да. Не знаю. Смотри, как все заросло, да? Ага. Ветка. Смотри, прикольненько. Да, при. Я сейчас не припомню. Так вот эта ветка здесь лежала на дороге, когда мы шли. Вот это? Да. Значит, первый раз. Это мама твоя стадия. Смотри, здесь кто-то шел, это был ты. Да, это был реал я. Вырубай. Вон они где шли. А, ну давай по болоту пойдем. Они вот где-то здесь обходили. Давай по болоту пойдем, не понравится. По болоту. Вот они обходили вон там. Ну, понятно. Ты хочешь назад по всей жиже лезть? Да. Мне понравилось. Нет, они обходили вон там. А по мостам там мы пойдем все равно. А-а-а. Так что по мостам мы все равно пойдем. Ну что, идем? Или ты здесь собрался все-таки? Иди. Может, все-таки там пройдем? Заодно посмотрим, как там. Не, вон там тоже бревна лежат. Да, это да. Тебе тут понравился? Ага. А мне тут не особо. Оп! Понравилось. Нам на телефон. Ну, пошли. Я хочу посмотреть, что едет. Ну что, погнали? Угу. А я тут что? Иди теперь ты выходи через калитку. Вот такой тут грохот. Чтобы олени не поразбежались. Олени, а то значит понятно. Ты видел, что... В общем, короче, пойдем. Все запрещено.
Пророчеством запрещено все, что связано с убийством животных. Да. Ну ты как там, живой? Да живой. После такой прогулки-то. После такой прогулки жив. Ну и отлично. Только теперь комарами занимаюсь. А в таком смысле, что не всех. Да ладно. Можешь не всех. Лучше всех. Что ли, крупно? Я понял. Не те, что во всем мире. Это будет мне. Ну чего? Ничего. Просто ждем машину, которая приведет нас домой. Ну все. Чего? У тебя все волосы вон сыры. Китаец. Прикол, что я сейчас будет, если я... Этого не никто не видит. Нет. Так что вот так вот. Вот такие пироги. Да. Магазин со времен коммунизма. Ну чего? Я не знаю. Ну все тогда. Отключаемся.